такой джаз. Друзья, последняя песня, наверное. Да, басист опять не играет. Мы играем с старой гвардией плюс иностранец. Мне кажется, с этой песней мы выходим на новый уровень, потому что наконец-то это не 4 четверти, а 5! Ну, я понимаю, что мне ничего это не говорит вам, но потому что мы понимаем, что это. Молодец. Да. Ты темп задаешь. Спасибо.